Воистину велик подвиг членов движения «Алаш» в темное для народа время, поднявших свои головы и призвавших великую степь к свету. Неоценим их вклад в историю создания независимого государства Казахстан. В городе Семей есть музей Алаш Арыстары Мухтар Әуезов. Я хочу немного рассказать о самом здании, в котором расположен этот музей. Здание музея Алаш Арыстары Мухтар Әуезов, расположенное по улице Бөгенбай Батыра, 132, было построено во второй половине 19 века. В годы своей работы в Семее в этом здании бывали такие значимые фигуры, как Мухтар Әуезов, Жүсіпбек Аймауытов, Міржақып Дулатов. Здание является памятником историко-культурного наследия местного значения и внесено в государственный список. Это двухэтажный дом, первый этаж сложен из красного кирпича, второй деревянный. Хозяином этого дома был Аньяр Молдабаев, уроженец Чингисской волости, земляк, современник и ученик великого Абая. Он послужил прототипом образа Даньяра Кондыбаева в романе Мухтара Әуезова «Путь Абая». Аньяр Молдабаев купил этот дом у купца Москвина. Абай и его дети, Ақылбай и Мағауя, оказали ему материальную помощь в этом приобретении. В 1921-22 годах в данном доме проживали лидеры движения «Алаш» Алихан Бөкейханов и Міржақып Дулатов со своими семьями. Имея непосредственное отношение к судьбам Абая Құнанбаева и Мухтара Әуезова, это здание приобрело историческое значение. В 1944-67 годах здесь был расположен музей Абая Құнанбаева, затем городская детская библиотека. В 1990 году здание было возвращено в ведение музея Абая. В 1997 году в связи со столетним юбилеем Мухтара Әуезова в этом историческом месте была развернута экспозиция «Алаш Арыстары Мухтар Әуезов».